Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Даувир, фамилия моя Шакиржан. Особое приветствие за подписчиков моего канала на YouTube. Продолжаем рассматривать термины восточной эзотерики. Есть такой термин, как подлинное я. Подлинное я. Что же вкладывают деятели восточной эзотерики в этот термин подлинное я? Итак, подлинное «я» – это та часть нас самих, которая издали управляет нашим физическим телом. Оно, в кавычках, загребает жар нашими руками. Руками тех, кто находится здесь, на земле. И не важно, что мы иногда при этом обжигаем себе пальцы. Ведь они нам даны лишь на несколько десятков лет. Тогда как подлинное «я» существует веки вечные, и еще чуточку дольше. Мы можем поддерживать свою духовную составляющую с помощью медитации, созерцания и рассмотрения тех знаний, которые мы накопили в течение прошлых воплощений. Нам следует развивать в себе доброжелательность и чувство меры. Мы должны совершенствовать и практиковать понимание. Нам следует избегать делать то, что причиняет боль и страдания другим. Сами мы при этом можем оставаться неуязвимыми, потому что научились с помощью хитрости справляться с земными законами. Когда же придет наш черед перейти в мир иной, нам придется заплатить за все то, что мы натворили. Таким образом, выражаясь на общепринятом языке, нам дешевле обойдется, если мы будем вести себя здесь, как полагается. Ведь земная жизнь – это миг по сравнению с большой жизнью. Вот такой смысл вкладывают деятели восточной эзотерики в этот термин «подлинное я». Это вот продолжение той темы, что вот наш земной мир – это юдель печали, что это мир иллюзий, да? Вот, конечно, нам, представителям западного направления, это тоже знакомо. И мы это слышали не раз, но дополнительно напомнить будет не лишним. На этом до свидания, до новых встреч.